сейчас команду «Голос». Вот она, белая, которая катает. Да, команду «Голос» выучили, да? Так ты ее похвали, она же у тебя голос сделала. Скажи, молодец, хорошо. Молодец она у тебя, Катя, да? Да. Акбар у нас тоже молодец. Угу. Только маленькая не слушает. Тебя не слушается Акбар, что ли? Вот, Катя. А Катя не слушается. Ну, а ты, когда она правильно сделает, всегда ей говори, молодец, тогда она будет правильно сразу слушать тебя. Катя, молодец. Ну все, нажимай на кнопку, она загавкает тогда. Тут вот что. Двигатель. Двигатель. О, видишь, ты сказала, скажи, Катя, голос теперь. Голос, Катя. Тебе молодец, скажи. Молодец. Катя, голос. Катя, молодец. Катя, голос. Пальчик ей показывай так, вот так вот. Катя, голос. Катя, голос. Катя, голос. Ну все. Все? Да, заканчивать надо всегда на пике азарта. Когда заканчиваешь на пике азарта, она хочет потом опять дальше заниматься. Даже? Что сейчас сделать? Сейчас, ну, похвалить ее, скажи, гуляй, Катя. И гуляй, все, Катя. И все, она гулять пойдет, и все хорошо у вас будет. Сейчас я у ней поводок так закутаю. Угу. Вот так. Катя, беги, беги. Катя. Катя, гуляй. Катя, сейчас я тебя выпущу. Иди гуляй, скажи. Гуляй. А теперь в камеру повернись сюда. И помнишь, что сказать-то надо в конце, в самом? Что? Заслужите. Зови мне его. И у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущая Александра. И собаки. И собаки. Собаку зовут Катя. Вот она. Мы выучили сейчас команду «Голос». Вот она, белая, которая Катя. Да, команду «Голос» выучили, да? Да.